Дай мне пить. Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Господин, тебе и почерпнуть нечем, колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Пойди, позови мужа твоего и приди сюда. У меня нет мужа. Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что люди должны поклоняться в Иерусалиме. Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. И когда Он придет, то возвестит нам все. Это я, который говорю с тобой.